приглашаю на сцену ведущего артиста сериала «Кампус» Даню Мезова. Даня Мезов, встречайте, друзья. И это снова я, буквально выскочил на секунду, представить снова артистку продюсерского центра «Эколь» Диану Игимбаеву. А сейчас будет песня, которая называется «Позови меня тихо по имени». Поэтому, если вы кто-то знает, скорее всего, много кто знает, подпевайте. Безбрежное, несказанное, глупое, нежное. Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивает сирень и смородина. Позови меня, тихая родина, позови меня. Свидание затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик не даль, не дали, только мимо с тобой мы проехали. Мы пылили кругом на копыте, даже толком дороги не видели. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня.